Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В последнее время я стал замечать, что когда с начальством проводим совещание, оно у нас происходит по Zoom, руководитель стал раздраженным по отношению ко мне, когда я начинаю говорить. Он от меня отворачивает голову и слушает через слово. Причем я общаюсь не по видеосвязи, меня не видно, видно только его. Почему такой негатив и как это исправить? Может, я когда-либо при общении сказала что-то лишнее, или может... проявляю себя на работе не так активно. А может, он вообще влюбился в меня или наоборот разочарован. Я думаю, что вы здесь гадаете очень много в этом смысле, потому что мы не знаем вашей истории, мы не знаем вообще ничего про вас и про вашу работу, и может быть что угодно. Поэтому гадать здесь бессмысленно. Я бы на самом деле начал с того, по поводу чего конкретно вы тревожитесь. И как воспринимаете руководителя своего. Если у вас есть к нему симпатия, например, если он вам нравится, имеет смысл подумать о том, насколько приемлемо для вас будет это выразить ему. Если у вас есть сомнения относительно того, что вы полностью выкладываетесь в работе, это имеет смысл также подкорректировать, но сделать это нужно именно вам, вам самой. За вас этого не сделает никто. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Поэтому на это я бы вот в первую очередь обратил бы ваше внимание. Дальше, если вы, например, чего-то боитесь, ну вот просто, да, если у вас есть страх какой-то, ну, вы боитесь, например, что, не знаю, что вас уволят, вы боитесь остаться без работы, вот, то это имеет смысл поисследовать отдельно. К вашему руководителю это отношение напрямую не имеет. Дальше. Почему вы считаете, что то, что происходит с руководителем, да, имеет отношение к вам? Вот что мне интересно. То есть, да, направлено это на нас, реакция его. Но почему вы думаете, что это связано с вами? Вот. Ну, в целом, конечно, это поведение не совсем профессиональное, к моему большому сожалению. Это непрофессиональное поведение. И, на мой взгляд, вам очень важно разобраться в себе, в своем отношении, восприятии этого. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.